На приобретение новогодних елей для нижегородских парков потратили свыше 500 000 рублей, а точнее более 558 тысяч. Об этом сообщает информационное агентство «Время Н» со ссылкой на дирекцию парков и скверов города Нижнего Новгорода. Известно, что аукцион не проводился. Договор на проведение работ по закупке и установке новогодних деревьев заключен с компанией «Серлайт».